Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с места крушения военного самолета МиГ-29 в Брестской области. Ранее сообщалось, что авария произошла при проведении плановых полетов в результате нештатной ситуации. Эту информацию подтвердил нашим журналистам официальный представитель Следственного комитета Беларуси. Летчик самолета катапультировался, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время все полеты самолетов МиГ-29 в Беларуси приостановлены. Запрет будет действовать до тех пор, пока специалисты не выяснят причину крушения истребителя. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета и Управления Следственного комитета по Брестской области. В настоящее время работа следователей на месте происшествия продолжается. По факту крушения военного самолета в Ляховичском районе Брестской области Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 465 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно нарушение правил полетов и подготовки к ним.